Выборы в Госдуму России, которые проходят в Крыму, нелегитимны. Это составляющая агрессии России против Украины, заявила пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Бетца. Кроме того, это нарушение Женевской конвенции 49 года, согласно которой страна-оккупант не может принуждать население оккупированных территорий к выборам в свои госорганы. Верховная Рада призвала парламенты мира не признавать российские выборы в Крыму. Кроме того, выборы на полуострове ставят под сомнение законность будущей Госдумы. По подсчетам экспертов, нелегитимными будут 229 депутатов, в частности 225 избранных в Крыму по пропорциональной системе и 4 по мажоритарной. В Европарламенте назвали эти выборы очередным циничным нарушением территориальной целостности Украины и подчеркнули, что не признают депутатов, избранных по мажоритарке на полуострове. Глава Межлиса крымских татар Рифат Чубаров накануне призвал крымчан не участвовать в голосовании и рассказал о давлении на людей в Крыму. Идет беспрецедентное давление на всех жителей Крыма, запугивание. Делают все оккупационные власти, чтобы напугать людей, чтобы они из страха вышли на выборы. В Крыму никто не хочет этих выборов. И подавляющее большинство жителей Крыма, и крымские татары, и украинцы, и русские, они презирают ту власть, которая была установлена военным вторжением России в Крыму 2,5 года.